Незадачливого грабителя задержали полицейские в Ессентуках. Новые вещи он решил приобрести не в торговом зале, а в камере хранения одного из магазинов. Этот нестандартный шопинг попал в объективы камер видеонаблюдения. Как установили сотрудники МВД, пожилой мужчина забрал из незапертой ячейки два пакета с личными вещами местной жительницы на общую сумму порядка 40 тысяч рублей. Но далеко уйти с украденным ему не удалось. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении 64-летнего жителя Москвы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.